В Ненецком округе стартовали мероприятия, приуроченные ко дню работников сельского хозяйства. В преддверии профессионального праздника губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский посетил одно из старейших предприятий региона по изготовлению молочной продукции. Подробности прямо сейчас. Молоко, творог, кефир, сливочное масло, различные йогурты, кефирная продукция. Сегодня в Ненецкой агропромышленной компании производят более 20 видов молочных товаров. В ходе визита на предприятие губернатор осмотрел несколько цехов. Вот куплен новые термы, буквально в понедельник получили, сейчас будем устанавливать. И творог будет касаться тоже в стаканчике. Ручной работы здесь нужно будет сюда закладываться. На предприятии постепенно обновляют материально-техническую базу и оборудование. Кроме того, расширяется и ассортимент производимой продукции. Например, не так давно здесь начали делать молочные коктейли. Причем вся продукция проходит обязательную проверку. Мы отдаем два раза в месяц, сдаем нашу продукцию на ВСЭС, они еще раз нас проверяют. То есть ежедневная проверка здесь в лаборатории и два раза в месяц в ВСЭСе. Жесткий контроль позволяет поставлять на прилавки магазинов только высококачественную продукцию. Кроме того, товары Ненецкой агропромышленной компании поступают и в образовательные учреждения для детского питания. В основном это молоко, творожная масса и различные кисломолочные напитки с содержанием живых бифидобактерий. Они в сухом таком порошочек, мы его активизируем и добавляем в продукты. Все. А и не там уже, да. И это происходит в этих шкафах, вот в этих емкостях, да? Да, вот 5 емкостей по 160 литров. Это здесь мы производим кисломолочную продукцию. Сегодня Ненецкая агропромышленная компания – крупнейший производитель молочной продукции в Ненецком округе. Дойное стадо состоит из 386 тысяч голов. Ежедневно на предприятии перерабатывается 5,5 тысяч литров молока. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».